Людмила Александровна – педагог начальных классов среднеобразовательной школы 72. Полгода назад вместе с семьей она переболела ковидом. Признается, это стало очень серьезным и сложным испытанием. Именно поэтому, как педагог, не раздумывая, вакцинировалась. Тем более, что сделать это можно на рабочем месте. Делая прививку сегодня, я хочу быть уверенной в завтрашнем дне, уверена завтра, что сохраняю свое здоровье, свою жизнь. Здоровье своих близких и тех ребят, которые рядом со мной каждый день. Подать пример подрастающему поколению, поделиться опытом с коллегами и близкими. Желающих вакцинироваться от COVID-19 оказалось достаточно. 23 сотрудника и педагога образовательного учреждения получили первый компонент вакцины, не выходя из школы. Теперь ожидается поступление второй части, как и положено, через 21 день. На сегодня записалось 23 человека. Вакцину мы привозим поштучно, так как она требует специальных условий. Нам заранее секретарь школы подготовил списочек, мы поэтому выехали. Кто не успел сделать, мы всех привьем. Будем еще раз выезжать. У нас постоянно создаются выездные бригады. Вот, никого не пропустим. В настоящее время в Ульяновской области действуют 43 стационарных и 9 мобильных пунктов вакцинации. Сделать прививку от COVID-19 теперь можно и в МФЦ Заволжского района по адресу Созидателей 17А. Здесь открылся прививочный пункт, в котором каждый день с 11 до 18.00 принимают и более 20 ульяновцев. Получить первый и второй компонент вакцины «Эпивак Корона» могут все желающие старше 18 лет. А я пришла сюда сдавать на билеты документы и узнала. Не больно совсем. Не хочу болеть коронавирусом. На данный момент в регионе идет активный процесс вакцинации населения. 112 тысяч ульяновцев уже вакцинировано. Сделать прививку можно во всех поликлиниках города. Записаться на вакцинацию можно через электронную запись в личном кабинете на портале госуслуг по номеру телефона 122, а также в поликлинике. Алина Тихонова, Артем Куранов, Улправда ТВ.